Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам нашего города. Начать выходные можно в Саровском драматическом театре. 24 марта на сцене театра пройдет фантастически смешная история «Принцесса-трещотка». Эта сказка, развлекая, учит добру, милосердию, храбрости и честности. Но есть еще одно важное мнение, о котором мы с вами часто забываем. Умение взвешивать собственные слова. Попросту говоря, думать прежде, чем сказать. Начало спектакля в 10 утра. В субботу, 23 марта, на сцене Дома ученых пройдет лирическая комедия «Очень странная история». Постановкой занимались студенты и преподаватели Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. Начало в 6 вечера. В воскресенье в 13 часов там же пройдет спектакль «Дневник Фокса Микки». Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды – мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль – кто кого быстрее обезвредит. Умеете держать себя в руках и читать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриги и гуру убеждения? Тогда в субботу в 8 вечера отправляйтесь в ЦПП и докажите это. Приятно провести время можно и в кинотеатре. На экранах кинотеатров новая российская анимация «Гурвенек. Волшебная игра». Гурвенек – это умный и жизнерадостный 10-летний мальчик, страстно желающий только одного – завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный зал славы. Задиры в школе наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвенька и его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир – старинного городского музея игрушек. Новые анимации для детей – «Королевские корги». Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский корги. «Пиковая дама. Зазеркалье». Зловещий призрак пиковой дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. А дальше придется искать пути спасения от жуткого призрака. Фильм российский, но менее жутким он от этого не становится. Все идем в кино. Если вам по душе активный отдых и занятия спортом, то покататься на коньках можно в Ледовом дворце в субботу и воскресенье в 20 часов. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.